Диктант Победы – это диктант памяти. Это наше прошлое, это наше настоящее, это наше будущее. Накануне 29 апреля МБУ СОЖ номер 6 имени Омарова и МБУ СОЖ номер 3 имени Гаджибекова прошел всероссийский исторический диктант, приуроченный к 76-й годовщине окончания Второй мировой войны. Диктант включает в себя проверку знаний по истории Великой Отечественной войны в целях повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи, формирования нравственных ценностей посредством сохранения военно-исторической памяти. Данная акция проходит при поддержке партии «Единая Россия» совместно с Российским историческим обществом, Российским союзом ветеранов и Всероссийской организацией «Волонтеры Победы». Цель акции – сохранить историческую память о тех событиях, которые стали переломными для всех государств, втянутых во Вторую мировую войну, привить уважение и почтение тем, кто положил свою жизнь, здоровье, надежды, мечты на алтарь победы Великой Отечественной войны. Зарема Сефербекова, заместитель директора по воспитательной части средней общеобразовательной школы номер 3 имени Гаджибекова, рассказала нам о том, что цель этого диктанта является привлечение интереса учащихся граждан нашей страны к истории Великой Отечественной войны. Ребятам предстоит ответить на 25 исторических вопросов. Сам диктант будет длиться 45 минут. И я надеюсь, что ребята справятся с заданиями, справятся с поставленными задачами. Я всем им желаю сегодня удачи. Всех участников диктанта Победы объединяет память о Великой Отечественной войне и любви к Родине, которая дает нам мощную силу развиваться и двигаться дальше, совершать открытия, вкладывать в свой талант то, что составит славу страны.